Еда станет вкуснее, а меню разнообразнее. Во второй школе кухня пополнилась новыми холодильниками, пароварочным котлом, тестомесом, 6-конфорочной печью. А еще здесь установили электросковороду, позволяющую пожарить 60 котлет за один раз, и мармит. Это такая техника для поддержания продуктов питания в горячем состоянии. Современное кухонное оборудование, обеспечивающее полный цикл приготовления разнообразных блюд в отремонтированном пищеблоке, появилось благодаря продуктивному сотрудничеству, которое сложилось между руководством муниципалитета и компанией «Газпром Трансгаз Томск». Сегодня мы находимся в зале столовой номер 2 школы. И сегодня мы посмотрели установку нового оборудования и ремонт, который произведен. Хочу сказать, что все это сделано силами «Газпром Транс Томск», с которым у нас давние партнерские отношения. Работы они проводят не только во второй школе. В прошлом году оборудование новое поставлено на пищеблок средней образовательной школы номер 1 лицей. Также у них обширная программа и установлена многофункциональная площадка. Кстати, под ключ и полностью за счет собственных средств. Ну а вот в этот раз была договоренность с директором уссурийского участка Драчевым Андреем Викторовичем. Значит, мы отремонтировали за счет бюджетных средств, они были выделены депутатами Думы в 2018 году, и в 2019 году в объеме 350 тысяч рублей провели ремонт пищеблока. А газовики поставили нам оборудование. Надо сказать, оборудование современное, затрачено порядка 760 тысяч рублей. Хочу сказать, что договоренности есть. Эта работа по социальным программам «Газпрома», она будет продолжаться. Она продолжается на всех территориях. Но, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эти программы были максимально ориентированы на территорию нашу. И максимальные суммы по социальным программам были направлены на наши социальные объекты. Обеспечение полноценного сбалансированного питания является необходимым условием сохранения здоровья детей, уверены в компании «Газпром Трансгаз Томск». Ну, эта программа у нас уже действует давно. Мы уже вот более 7 лет помогаем не только, конечно, Дальнереческую и Дальнереческую району, там мы также работаем и в Уссурийске, по всему Приморскому краю. Здесь будет организовано здоровое питание. Повара счастливы в том, что это оборудование облегчило им труд, они будут меньше тратить свои энергии на приготовление. Ну и они с уверенностью сказали, что будет намного все вкуснее. Работники столовой высоко оценили ремонт и новую технику. Теперь у поваров стало больше возможностей и времени для приготовления вкусной и здоровой пищи. Но новое оборудование позволит нам улучшить работу с работников столовой, облегчить их труд. Это самое главное. У нас сейчас останется больше времени для приготовления пищи. В связи с этим можем улучшить ассортимент выпускаемой, приготовляемой пищи. Это самое главное, я считаю. Ну и современное оборудование должно быть в каждой школе в наше время уже. Каждый день учебного года в этой школьной столовой питаются 550 человек. Нагрузка на персонал колоссальная. Открытие обновленного пищеблока – хороший подарок к началу нового учебного года. Сегодня в торжественной обстановке мы принимаем школьную столовую. За 17 лет моей трудовой деятельности директором школы такое грандиозное событие впервые. Мы получили современное, суперсовременное оборудование. Мы сделали ремонт, чего тоже очень долго не было. Поэтому я хочу сказать огромные слова благодарности нашим спонсорам, нашим друзьям, товарищам, представителям ООО «Газпром Трансгаз Томск». И, конечно, нашей местной администрации, главе города Павлову Александру Анатольевичу, Юрию Викторовичу Савенко, потому что это такие люди, которые тоже и проверяли, и доверяли, и смотрели, контролировали весь процесс. Без их поддержки мне, конечно, было бы немножко трудно. Спасибо всем. Торжественное открытие обновленного пищеблока состоялось. Теперь вкусные и полезные блюда будут пробовать школьники.